Люди рискуют жизнями, а важный для облика города дом разваливается. Привести в порядок здание с башенкой никто не берется. Речь о конструкции, которая открывает перспективу на Карла Маркса. Вместе с похожим зданием напротив они создают органичную композицию. Только вот жить в этом доме стало опасно. В 23-м году рухнуло перекрытие потолка. Идут трещины по фасаду, разрушаются балконы. Но ни режим ЧС, ни возбужденное этим летом уголовное дело никак не могут ускорить процесс ремонта. Нет желающих. Мэрия в очередной раз объявила конкурс на создание пока только проекта противоаварийных работ. Готова заплатить почти 350 тысяч рублей. Но через неделю выходят сроки, а пока ни одной компании так и не заявилась.